Осталось. Нас осталось. Прием. Прием.
Thank you.
блядь. Не надо ничего. Помощь нам дайте, помощь вывести 300-200 и нам выехать отсюда. Сейчас еще 10-15 минут, а здесь полностью всех накроет, всех накроет. Корректируйте, это мне нужно выходить на подъезд. Я даже подъезд на улице не могу. Корректируйте, это мне нужно выходить на подъезд.
Я даже поднять головы не могу. Не могу поднять головы. Тут с четырех сторон долбят. С четырех сторон. Так что ничего не надо. Ничего не надо. Надо ленточку, ленточку срочно отсюда забирать все. Ты стой. Ленточку подбили. Не надо визжать. А подкорректируй огонь. Вы не бойтесь, я под стеклом темноты, захватите пару технических семей. Отъявите, что вы взяли завод. Они с прикрытием находиться в доме. Сейчас круговой оборот. Вот такой вариант последний предлагается. Понял прием. Этим, которые здесь в этом районе находятся. Мы им планы. Они на это не пойдут. Не пойдут на это. Как вы меня поняли, прием. Стой, успокойся, я понимаю твое состояние. Я сам в таком состоянии целый день сегодня. Ты, пожалуйста, успокойся. Под прикрытием темноты можно дойти, их не так много. Ползком где-нибудь, перебежками, маленькими группами, прикрывая друг друга. Как человек ползет, как стреляет. У нас 2/300, 1/200. 13 осталось. Нас осталось мало. Что у вас еще? Вооружение с тобой, вооружение. Ты предлагаешь, у меня некого тебя послать. Некого послать, так понял прием. Со сил мы будем решать сами, будем решать сами. Thank you.
Успокойся. Под прикрытием темноты можно найти их не так много. Но в комбе-нибудь.